Весновка ее назывался праздник. И девочки маленькие выходили на пригорки, ну и подростки тоже, и соревновались, кто же больше веснянок знает, кто больше подготовился за зиму, кто громче, кто ярче споет эти веснянки. Вот первый день, когда зазывали весну, чтобы она приходила в гости. Второй раз зазывали весну, был такой замечательный праздник, который назывался «Сороки».